Сколько Асис вам заплатил? Это она. Спасибо. Стоило ожидать. Асис нанял громил, чтобы не подпустить меня к добыче. Они погибли из-за его гордыни. Где он сейчас? Пошел за углебрюхом. Идем, скорее. Почему он решил охотиться в одиночку? Он тщеславен. Не хочет делить победу со своим дроздом. Мой наставник поступил так же. Пошел на углебрюха без меня. А ведь он знал, что нам нужно сместить Асис. Я не знаю, куда Асис и Углебрюх пошли дальше. Смогу их выследить. Сюда. Эти деревья повалил Углебрюх. Боюсь, мы опоздали. Таркаса я нашла, когда он уже был при смерти. Углебрюх. Вот он. Хорошо держится. То есть, хорошо держался. Ну, придется нам попотеть. Thank you.
хорошо взгрели. Он ослабел. Здравствуй, красавец. Мы сработались. И ты? Ястреб Солнца? Послушай. А.
Талана. Он еще жив. Уйди от меня, отродье дикарское. Все. Больше ты никогда не будешь поганить наш дом. Я берег его в смутные времена. Нет, похоронил. Вместе с памятью о моем отце. Мне надо было. Надо было. Надо было сначала вас пустить к углебрюху, чтобы он устал. А? Зря. Здесь покоится ястреб Асис. Мне даже жаль. Ты что, по нему скорбеть будешь? О, нет. Мне жаль, что он не увидит, как я займу его место. Ясно. Когда будет время, зайди в дом. Новый ястреб солнца окажет тебе радушный прием. Хорошее мясо.
Ястребом Браном Ханом Падишем, дорогим братом, и ястребом солнца Талавадом Падишем, любимым отцом. Пусть память о них станет примером. Для всех охотников. Всех людей. Смотри, мемориал моим отцу и брату, и всем тем, кто погиб в кольце солнца. Это все благодаря тебе. Спасибо. Ну, как новая должность? Ну, примерно, как рассвет после долгой ночи. Спасибо, Элой. Тебе здесь всегда будет место. Имей в виду. Что теперь будет с домом? Ну, теперь кандидатов будем набирать по способностям. И вообще не смотреть, карха они или нет. Наш дом был бастионом старого режима, но с этим покончено. А что за молитву ты читала, когда я вошла? Я не все расслышала. О, великое солнце, помирись с луною и даруй покой тем, кто пал. Облеки их доспехи из неугасающего жара. Вооружи их копьями из своего света. Озари путь на небеса перед каждым из них. Ястребом Гравидом Ханом Морзой, ястребом Сиравом Ханом Пиром, ястребом Юсом Ханом Егиром, ястребом Осивом Ханом Савали, ястребом Браном Ханом Падишем, дорогим братом, и ястребом солнца Талавадом Падишем, любимым отцом. Пусть память о них станет примером для всех охотников и для всех людей. Ну, поздравляю, Талана. А мне пора. Спасибо тебе, Элой, назло Нора. Да будет добыча твоей. Все хотят, чтобы жизнь была красочной. Иди. Давай, давай.
Я послал гонца в жилу. Нужно всем сообщить. Рад тебя видеть. Я в растерянности. Обрести надежду и снова ее потерять так жестоко. Слова теперь ни к чему. Эрза велела найти Дервала. Вроде он говорил что-то про небо в дыму. Расскажи, что ты нашла? Письмо. О том, что на местный склад отправили партию огнежара. Только адресат не Дервал, а некий Эйлунд Кузнец. Вам это ни о чем не говорит? Звучит знакомо. Да, домовладелец. Озерам скупают дома в городе, и среди купивших был и он. Сейчас вспомню. На краю плоскогорья, рядом с храмом. Там была лавка, но можно сделать и склад. Если под этим именем скрывался Дервал, он может быть там. Соберу бойцов. Я иду туда. Рен, стой. Твое племя ненавидит Дервала сильнее прочих. Кланы дали бы за него хорошую цену. Взять его живым? Чтобы ты за него поторговался, как на базаре? Мы должны всеми средствами поддерживать мир. Если появится возможность, возьми его живым. Считай это приказ. Элой, пару слов. Можно? Эрент не стал рассказывать подробности о гибели Эрзы. Что вполне понятно. Но только дело в том, что я теперь не могу ни о чем другом думать. Ты была там. Она мучилась. Своей боли она не боялась. Она переживала за брата. Переживала за вас. Спасибо, Элой. Мне все-таки важно было это услышать. Что она думала обо мне? Разыщи Дервала и доставь сюда. Клянусь, он за все ответит. Уделишь мне минуту внимания? Эй, дюжие приключенцы! Желательно без друзей и родных, но сойдут любые. Вот склад. Ты здесь, Дервал? У нас для тебя сюрприз! Это бомба? Какая-то маленькая. Хватит, чтобы нас убить. Ладно, умолкаю. Если попытаться ее разобрать, она взорвется. Огнежар. Видимо, наверху емкость с ним. Сколько тут огнежара? Если та бомба внизу взорвется, все будет, как он и обещал. Дым затмит солнце, а город утонет в пламени. Мы должны это предотвратить. Если от него как-нибудь избавиться, взрыв будет куда слабее.
Так что она взорвется или как? Если бомба взорвется, весь огнежар вспыхнет. Похоже, деревянная скоба. Не очень прочная. Помоги вытолкнуть. Хорошо. Грубые силы это я могу. И что? Спасем город, надеюсь. Но как упадет, сразу беги. Потому что тут же сработает детонатор в бомбе. А мы выживем? Может и нет. Толкай. Получилось. Мы не дали Дервалу уничтожить Меридиан. Это не все. Он хотел заставить Авада смотреть. Ну нет. Дервалу не попасть во дворец. Он охраняется. Ты все же иди туда. А я осмотрюсь. Может, люди Дервала оставили какие-то следы? Ладно, не бойся. Во дворце его сразу прикончат. Следы. И на них огнежар. Не хотите ли поучаствовать в погоне с мотоходом? Тащите ведра! Будем передавать по цепочке! Что случилось? Не слыхал такого взрыва со дня освобождения. Давай поговорим. Это будет яркая беседа. Смотрите, там дым поднимается. На нас напали? След ведет внутрь. Еще одно убежище Дервала? Видимо, здесь Дервал собрал детонатор. Он пробил тоннель в стене. Дервал все-таки пробрался во дворец. Жаль, не увижу короля солнца на коленях. Хватит. Берем. Thank you.
Посмотри на себя. Жалкий последыш безумного короля. Ты отнял у меня право убить твоего отца. Ну, обойдусь тобой. Приятно посмотреть, как карха горят. Тем приятнее, что смотреть мы будем вместе. Прощайся с Меридианом, Ават. Вдохни запах гари и подавись пеплом. Что-то не так. Что? Я ничего не слышал. Со стороны окраины задымило. Нет! Должна быть буря! Буря! А не какая там струйка дыма! Что это? А, та самая девка, что напала на мой лагерь. И обезвредила бомбу. А, вот как. Но это ничего не меняет. Я все равно окроплю трон кровью. Сперва твоей, а потом его. Она здесь! И почему за Авада всегда дерутся его бабы? Все, Нора. Всегда нужен третий план. Ну, вот она я. Эти кровошарные красавцы кожи. Зачем возиться самому, если можно позвать машину? Жадные красавцы Корж. Я надеюсь, что любишь с такими драться, потому что у меня их еще много. Come on!
Я бы хотел, чтобы тебя прикончила Эрза. Но могу сделать это и сам. Давай. Я не боюсь. Хотя ты и тут напортачишь. Как всегда. Я знаю, чего ты боишься. Что тебя отправят в источник в цепях. Все кланы в жиле хотят твоей смерти. И они знают, как тебя помучить. Столько будет желающих. В этом ты весь, убивать чужими руками. Заткнись! Твою судьбу решит король солнца. Элой, я тут думал об Эрзе. Она бы убила Дервала на месте, точно. Потому она и отправилась к нему, чтоб прикончить. Но она велела мне взрослеть. Было тяжело такое услышать, но пытаюсь ей верить. А тот, кто взрослый, делает, что должно, а не что хочется. Так? Ты меня спрашиваешь? Ты явно постарше. Да, но веду себя как юнец. Ты поступил правильно. Еле себя заставил. И до сих пор хочу потихоньку свернуть ему шею. Ты этого не сделаешь. Ты хороший капитан. Ну, хватит. А то расплачусь. Так, что теперь ждет Эренда, капитана авангарда? Отправлюсь ненадолго в жилу. Ну... Повидаюсь со своим кланом. Похороним Эрзу, как положено. Как она бы хотела. А это значит, больше браги, без трёпа. Как думаешь, что Азирам сделают с Дервалом? Сначала будут долго спорить между собой. Но знаю точно, казнь будет страшной. Меня устраивает. Может быть, даже я загляну к нему и напомню, что его ждет. Что ж... Знаю, тебе пора. Искать убийц, покорять машины, дел не в проворот. Знаешь, когда мы встретились, я думал, повезло этой красотке, что познакомилась с такой важной шишкой, как я. Но это мне повезло, что ты уделила мне минутку. Только не забывай меня, когда будешь покорять мир. Для тебя всегда есть минутка. Может, даже две. Две? Ха! Я ей нравлюсь. Все хотят, чтобы жизнь была красочной. Иди, давай поговорим, потому что в ее время не осталось настоящей мощи. Пришла позлорадствовать. Ну что ж, как видишь, я занят. Не надо мне на нервы давить. Ничего у тебя не выйдет.
Давай поговорим. Это будет яркая беседа. Элой, сказать, что я испытываю благодарность, значит ничего не сказать. Ты спасла мне жизнь. Ты спасла Меридиан. И благодаря тебе убийца будет наказан. Мы сможем оплакать Эрзу, зная всю горькую правду. Что бы с нами было, если бы не ты? Думать не хочу. Надеюсь, ты останешься в Меридиане. А вы с Эрзой, ну... Полагаю, теперь мои чувства к ней и так понятны, правда? Она была не просто советником. Она была опорой. Мы не могли быть вместе. Отношения между Карха и Азирам в Меридиане и так напряженные. Союз Короля Солнца и Воительницы Азирам неизбежно вызвал бы бунт в городе. И, вероятно, войну с кланами. И кто-нибудь знал? Один человек. Дервал. Он безуспешно добивался ее. Жгучая ревность стала для него еще одним поводом к ненависти. А что теперь будет с Дервалом? Ну, пока... Пусть посидит в старой камере под кольцом солнца в Меридиане. А что с ним станет, когда его возвратят в Источник? Не хочу даже думать. Мой отец был весьма изобретателен по части истязаний. Но изобретения Азирам превосходят даже его задумки. Как жаль. Дервал очень умен. Он мог бы достичь таких высот, если бы не мой отец. Знаю, кто напал на Нора. Группа Карха Тьмы под названием Затмение. Они поднимают древние машины и с ними нанесут удар по Меридиану. Вот как. Твои слова подтверждают то, что говорил мне Марат. Группа Карха Тени, и у них зараженные машины. Когда они собираются напасть? Пока не знаю. Что ж, мы подготовимся. Сообщай обо всем, что
Неплохо.